В этом году традиционно для Владивостока кинофестиваль «Меридиана Тихого» отмечает 15-летний юбилей. В преддверии международного события организаторы раскрыли некоторые его тайны. Хотя уже несколько лет жители просят перенести открытие в привычную обстановку кинотеатра «Океан», оно все же пройдет 9 сентября вновь в Театре оперы и балета. История простая, она заключается в том, что там была сложность, что 500 мест всего в кинотеатре «Океан», и вы знаете, что это останавливало как раз поток желающих. Правда, в кинотеатре можно будет посмотреть прямую трансляцию открытия. Это новшество 2017 года. Заявки на участие в фестивале уже подали более 80 стран. Общее количество фильмов, представленных на отбор, 1000. Больше всего прислали, как всегда это происходит каждый год, фильмов российских у нас на отборе. И с российским кино, конечно, это всегда решалось и будет решаться, кто будет представлять конкурс, какая картина, может быть, будет фильмом открытия. Об окончательном списке гостей фестиваля говорить пока рано, потому что со многими организаторы еще ведут переговоры. Известно, что ими станут влиятельные люди кино, которые уже признанные мэтры международных фестивалей. Среди них режиссеры Кирилл Разлогов, Павел Лунгин, Алексей Учитель и ректор ВГИКа Владимир Малышев. В жюри будут представители Италии, Португалии, Германии, Гонконга, Шри-Ланки и Индонезии. Организаторы пообещали, что в этом году на кинофестивале будет представлено множество разножанровых фильмов. От артхауса, который не всегда понятен большому количеству зрителей, до обычных фильмов, на которые можно прийти даже с детьми. Помимо конкурсного показа полнометражного и короткого метра, будет организовано множество иных программ, в числе которых, например, показ шведских фильмов, комедии неголливудского производства, документального кино, а также самых ярких азиатских картин предыдущего десятилетия. Единственная проблема сейчас, с которой мы столкнулись при подборе этой программы, часть фильмов существует только на пленке. Поскольку пленочных постов в городе нет, мы не можем показывать некоторые фильмы, и копии отреставрированных цифровых тоже нет. Поэтому сейчас идет формирование этой программы. Мы связались с несколькими крупными архивами. В планах грядущего фестиваля «Меридианы Тихого» мастер-классы и лекции от именитых режиссеров, актеров и иных деятелей, связанных с кинематографом. Все эти события будут проходить на площадке около кинотеатра. Из лекций прочтет председатель жюри НИТПАК Эшли Ратнавибушана. Эта лекция будет посвящена кинематографу Шри-Ланка, очень такому своеобразному, интересному и необычному, непривычному для нас кинематографу. Известно также, что откроет кинофестиваль французская актриса Фани Ардан. А вот президента «Меридиан Тихого» 2017 года еще не определили. К слову, фестиваль продлится с 9 по 15 сентября. И на протяжении всей недели с 9 вечера будут работать открытые площадки, где также покажут достойное кино. Рина Мокрицова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.